Что, ребят, с другой стороны, только друзья, с контрабас у нас вновь игрушка под названием Сталкер Зов Припяти. Итак. Так, давайте вот это вот начало игры удалим. Пробитие на Скотовск. Автосохранение. Найден источник странного совершения. А, все, у нас есть вот это. Зато состояние здоровья 100%. Все, отлично, отлично. Мы начинаем, потому что мне, блин, есть нетерпение. Прям вот хочу уже поиграть реально, ну. Сегодня я решил внимательно еще раз на ютубе изучить про эту конкретную игрушку. А, во-первых, здесь объяснили мне, что тут теперь можно патроны сразу смотреть, от чего, от какого оружия конкретно патроны, чтобы постоянно не путаться. Здесь можно разряжать оружие. То есть ты разрядил, патрон у тебя остается, а пушку пусту ты выкидываешь. Все. Судя по бронику, у меня сейчас проблема небольшая. Ну хрен с ним. Время, час дня, типа того получается. Надо бы понять, как это влияет на... А, все нормально. Итак, давайте здравствуй. Отдадим. Ну, это... здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Так. Трошка, нормально. Координаты тайника. Я уже знаю, где тайник находится. На трубе сверху, на которую нужно залезть. Или под трубой где-то под землей на храм. Так, скажи, здесь нужно... Кстати. Ладно, хрен с ним. Короче. Я хорошо помню, что в этой игре... Я понял тебя. Я хорошо помню, что где-то здесь есть место с запорожцем. Заправка. Короче, где-то тут есть место с запорожцем, где нужно найти там артефакт, коробку, ящик, что-то. Это было одно из самых сложных. Второе, это у нас один из мест, которые... Кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Нет, ты не прав. Которая работает как... Это торговцы. Я вот знаю, логово этого, как... пораньше встает, а, чтобы да, подольше просто, ни хрена не делать. Класс! Я тогда капец как заморочился. Думал, все, капец. Так, старая баржа, подожди. Старая баржа. Возможно, я знаю, что там. В эту тоже, кстати, надо будет... постреляться неплохо так-то. Концентраты, блин, сплошные. Но я узнал, что можно найти все практические ниты вот здесь. Особенно в этом доме поставить. Да-да-да, там вот можно найти. Вот тут, насколько я понимаю, можно залезть. По-моему, если не ошибаюсь. И вот здесь. Вот это изучить место внимательно. Вот здесь можно найти артефакт, и вот здесь тоже. Собственно, понятно. Так, хорошо. Мне нужно понять, как мне достать одну хренадень.
Подожди, чувак. Подожди. Надо вспомнить про одну хренотень, которая у меня должна быть. Детектор, и что? Детектор. А у меня тогда найдешь какой детектор? Артефакты? Заглядывай, посмотрим. Скорее всего, у меня другой детектор. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Стоп. А где мне детектор взять? Какого-то же мужика должно быть. Ну. Ну что, есть что-то новое? Здорово. Другой, почему у тебя есть? Вот это, да, по-моему? Детектор медведь. 1600. А, вот так типа. Подожди, стоп. Так, 1600 раз. Ну, видите? Видите, она прям показывает, что к чему. У меня же... У меня автомат мертвый. Ага. Нам нужен целый. Ты что? У меня получился коллаж, да? Вот эти пули тогда получаются идут. Да, 120 патронов. Это 640, ты че угораешь, чувак? Это что? Шут. На пистолет, да, получается? Там что? Кожаный плащ. Я понял. Плащ, понятно. Комбинезон заря. Я понял. Хорошо, это максимум, что мы можем пробить. Вот это вот так мы делаем. А это мы оставляем тут. Это за сколько можно продать? Слушай, сацан, блядь. Нехорошо. Давай, давай, не задерживайся. Как доставать артефакт, я не помню этого. Стоп. А кто у нас по этому шене-то больше? Кто так похвалил? Даров. Хочу сделать заказ. Бронезащита. Экзоскелет. Бронезащита. Привет, брат. Дороги на ремонт.
Прикольно. Опасно. Скажем, такие питомы не бенят. Кабанный огромный наркопец. А вон сам снаряд точно. Там же точно никого нету. Три человека. Протяжение. Один убитый где-то тут, вот там еще двоих вижу. Двоих нужно проверить, так сказать. Нормально. Это уже хорошо. На всякий случай. 20 килограмм сапереска. Разрядить. Надо
проверить, как это работает. Нужно посмотреть на состояние этого. Так, смотри, мы перетаскиваем это сюда. Там, да? Так, что мы делаем? Разряжаем, и у нас есть вот это. А, все, я понял. То есть, типа, не проблема то, что разряжаем, у нас патроны остаются у себя. Это уже неплохо. Выдачка, кстати, тоже. Так, вроде готов, да? Угу. Бронику моему хана. А теперь здесь абсолютно чисто. Сейчас. Так. Нам нужно сейчас пойти вот сюда, в аномальный котел. И понять, что там за хрень такая у них. Как доставать эту хрень? Я пока не понимаю. В этом есть сосуд. Потому что изучение этих вертолетов хренок. Во, пацаны туда. Так, сейчас берем пистолет. От радиации это у нас. Вот радиация, отлично. Пахнет неплохо. Давай, чуваки. Не боись! Давай, вперед! А что, совсем что ли? Не понял. Вот видишь? Я ж говорил, комбинезон выдержит. Двигай дальше. Слушаю тебя. Офигеть. Как же я помню это задание. Путь на плато. Узнать дорогу по 0-0. Я, возможно, знаю, где находится. Это один из кораблей, в котором он прячется. Или гараж, что-то такое. И ноль, типа, он пытается меня убить. Я его должен расспросить. Рано или поздно мы все равно потом убьем, но перед этим мы должны его расспросить. Я очень хорошо помню, типа, это одна из самых тоже довольно-таки интересных игр, но очень сложных, особенно с каталетом. Спасибо. Черт. Привет, брат! Везу тебе везу. Так, сейчас прожи. F1 оптихнер. Так, сейчас. Где эта херня, которую нам надо достать? Есть. Ты херня. Где ты, короче, здесь, да? Я ничего не понимаю, как я буду доставать. Это он, да.
мне сложно. Это реально сложно. Надо было перед этим сохраниться. Стоп, подожди, а при чем они здесь? Ничего не понимаю, как мне разобраться с артефактом? Типа как? И зато я шарик получил. Здорово, пацаны. Не боись! Давай-давай, вперед! Возможно, я ничего не понимаю, как я это сделать. Это просто невозможно. Держитесь. Очень сложно ловить артефакты, все практически, что есть. Это типа нереально. Где это? Напить надо. А, стоп, мы же жрать хочешь, что скотина, это долго. Давай жри нахер. Можем выйти по идее, да? Вот видишь? Я говорил, комбинезон выдержит. Двигай дальше. Секс случай.
Помогите! Снять этот долбанный. Привет, брат! Так, первое, что я должен сделать, это F1. Точка. Сохранить игру. Идем. Скотина. Как он это делает, я не понял. Нужно валить отсюда срочно. Так, окей. Рамки на бусе. Шарик. Так. Мы должны помочь. Так, спасибо, чуваки. Я погнал. Теперь у нас целых два. Нужно сейчас изучить их. Так, что они дают? Тормозащита один. Зажигание ран. Радиация пустит. Уже это хотя бы минус полный, но нам это не нужно. Куда мне пойдет надо? Смотрю, вот так обратно бежать. Это единственный вариант. Бежим на базу, короче, ребра. Где-то там, понятно, встал. Лошара. Да ладно. А, тайник нам надо будешь увидеть. Думаю, надо где-то войти. Я помню, что там дырка где-то была. Там приходишь прям под низ. Что-то даже не помню, где это. Что он думал. Интересно. Краб. Так, этот мужик мне сейчас даст еще парочку заданий интересных. Надо каким-то раком подшинить этот долбанный броник. Он у меня дохнет конкретно. Только бы понимать, где у нас мастер. Здравствуй, сталкер. Все. Как говорится, добро пожаловать. Мужики. Эх, и здорово, что у тебя выходит. Так. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Пустышка, светляк. Да. Давай. Артефакт не загаснет. Артефакт пустышка.
Ну надо же. Из-за этого у нас пустошка накидается. Своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. А вот анекдот. Встречает сталкер своего старого друга, а тут помятый весь, фингал под глазом. Дети, что с тобой? Да блин. Напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать? Жену-то. Ну, под наплату узнал, по-моему, понятно. Короче, где-то тут надо искать эту долбанную хрень. Хорошо. Разбивались тут в стае. Точно звери, по цвету шкуры. Одни как тебе не мешается штука. Другие, то ли на... 3200, это же ни хрена. Солдаты, блин, тоже. Чувак, 3200, ну да, летит нормально так. Вот это, 4800. Охренеть. 8К. Так, понятно. Продаем, оно мне нахрен не нужно. Чего заскучали, мужики? Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. А, никуда не уплывет. А как я это... Стоп. Комбинезон зря. А как я вообще не так? Может быть, вот это мастер? Здорово. Давай. Ну, чтоб руки не дрожали. Давай. А, может, ремонт мне запекаться. Сколько это будет? Ремонт. Две. Норм. Все, отлично. Плюс 10. А, давай. Установка кислородного баллона. Чем здесь это плюс 10? Давай. Сам раз. Мне кажется, понял, как я вынул инструментов гибрид. В одном из домиков. Там, короче, коробка какая-то. И там должно быть вот это вот то, что Булкин тогда находил, говорил, что за инструмента непонятно. Это вот для него, походу. Давай. Фу, та самая коробка. Я понял. Я тебя понял, чувачок. Шлем, чего? Подожди. Ремонт модификации. 205 пошлите. Неплохо. Сюда. Сюда. Готов. Прям вообще супер. И бабусов даже осталось. Это очень хорошо. Так нам надо. К этому другу зайти. Да чё ты топчешься? Если а, есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Не, это разрешать не будем. Это плюс. Гетюка. Точность. Ага. Гетюка, пятая удобность. Все прям до хера. Разводить.
на месяц. Ага. Вполне неплохо, на самом деле. Как? Очень хорошо. Так. Раз, два, подожди, подожди. Торговля. Он же подает, да? Скотина. Такой не принимает. Тогда он может... Принт. Пистолет не принимает, странно. Это что принимает? А, все равно, да. А. Одно и то же считаю, то же самое. Ну, давай, мне больше ничего не... Иди, иди, нечего тебе тут делать. Так, надо мне срочно сохранить ремонтор. Ребята, мне сейчас все провалится. Сохранить, да. Это сейчас было опасно. 37. Ну, сохрани нас запись. Взрыв. Понятно, тут все какие-то переработанные, кто как. Так, понятно. Давайте тайник проверим. Я уже хочу давно тайник. Здравствуй, попутного ветра. Тайник, тайник. Он, по-моему, в ту сторону, правильно? Так. Куда мне там? Ага, все правильно, вроде бы. Класс. Так, бежим вверх. Я хорошо помню, что там надо куда-то вовнутрь пойти. Да это здесь. Это не тут, потому что это надо идти куда-то вот сюда, вниз точно. Стоп. А вот тут сейчас дырка. Вот это вижу. Вот туда точно можно. Еще на всякий случай. Это что такое? Ну-ка. Подожди, а здесь есть какие-то артефакты? Прям тут что-то точно есть. Да, если идти прям туда, то там что-то точно есть. Ладно. Так,
правда здесь. Если нам показывают это туда, то значит нам нужно это туда. Это точно не сюда. Куда-то не туда пошли. А, вот смотри, мы можем выходить отсюда. Но как мне понимать, что там где-то рядом что-то есть? Что за фигня? Шульпы. Подожди. Кто знает, что это где-то находится здесь? Пройти наверх. Это невозможно. Это точно вот прям где-то здесь. Смотри, здесь ничего нет. Странно, казалось бы. Значит, это где-то тут. Опять на всякий случай. Опасненько. Жмите. Теперь бы мне понимать, как мне туда попасть. Пойдем сейчас в ту сторону. Мы наверняка туда попадем, правильно это? Так, прошу. Проход отлично. Надо надеяться. Так. Смотрите, мы на правильном направлении. То значит, мы идем правильно. Эта фигня назад вернется. Мы пойдем туда. Ах ты факт. Интересно. Где ты есть? Кто-то тут рядом. Что артефакт где-то тут рядом. Нифига. Нашли. Так, теперь моя задача сейчас пробежаться. За бред.
что не пойму. Говорится, что где-то тут, ну не наверху же. Так, смотрим, ставим прямо тут. Где-то внутри, значит. Значит, где-то внутри. Я не понимаю, где конкретно. Так, если мы тупим сюда. Фу. Смотри-ка. Идем куда-то сюда. Фиг туда доберемся. Это же просто невозможно. Это порядка культуры. У дырки понятно. Похоже, я куда-то вообще не сюда пошел. Ничего не понимаю. Сейчас попробуем залезть. Хорошо. А мы фиг сюда поедем. Вот она в чем прикол. А может быть он вообще не здесь. Подожди, там труба. Могу ли я это вот так сделать? Скажи. Нельзя, да? Зараза. А как мне тогда быть-то? Так. Хорошо. Окей. Давайте мы попробуем посмотрим сверху. Это же обряд какой-то. Где-то понятно. Я же говорю, я так и знал, но не может быть, чтобы это где-то было внутри. Хорошо. Это было весело. Стоп.
тайник, который мы не нашли никогда. Там было бы же смешно. Так, неплохо. Больше никаких датаников не было. Максимум, что мы сейчас можем пойти на лесопилку. Там прям у нас вообще. Ну-ка, погнали. На лесопилку. Сейчас, секунду. С хренотелем. Может вообще в другую сторону. Да, Санечек. Тут наверняка кто-то есть. Артефакт точно. Тут же тоже что-то есть. Давайте сохранимся для начала, потому что я знаю, что это место, как бы оно только не пыталось тебе нам все это сделать, ни хрена вас. Просто ни хрена. Угу. Да, ты давай тут вот так. Потрясающе. Любите мясо, кстати. Эта херня прям еще как кому-то понадобится. Так, и кристалл. И вымерт. Надеется, мы быстрее. А, куда его? Куда мне теперь? Лесопилка. Там мне сейчас надо повернуть. Так, пойти. Повернуть в ту сторону. Здесь должно быть очень много зомбирей. Сколько я хорошо это помню. Появился один. Есть. Их много тут прям конкретно. Капец, их ты хера. Это зомбирей, реально. Нам надо наверх идти.
типа потихоньку крадемся. Ага, зайдем с главной стороны. Типа того. Сейчас попробуем. Там никого. Пока меня не видно, это уже хорошо. Что сохранится? На всякий случай. Иначе правильно, что жопа бы помнит. Так, 3-300, понятно. Заходим. Может быть лучше. Идем. Твою мать. Вижу пока. Хорошо. Где-то здесь еще один. Еще не пойму. Он меня типа видит. Что не понимал. Что? Еще трое. Thank you.
Ясно. Дробовики меня не интересуют. Это у нас раз. Два. Кстати. Почти писать клавиш. 42-2. Вот этот мужик так интересный. Пять. 47-8. Вообще неплохо. Два так. У нас пистолетов может быть до хрен. Себе заберешь. Почему ты надолбанал? Где еще? Где-то есть. Не готов. Нужно понять, куда мне идти. Давай в эту сторону, хотя бы так. Да.
Это было сейчас реально опасно. Так, нужно сейчас топить срочно в... Там, получается, сейчас вот так пойдем прямо в кораблик нахрен. Давайте сейчас... Ладно, сейчас все проверим, все сделаем, все четко. F2. Один, не пофиг. Просто уходим. Это было жестко. Я думаю, на сегодня точно хватит, потому что мы добрали через чур капец как долго, много. Так, я надеюсь, что мы идем про... Да, прям по национальному. Капец как жестко. Наш персонаж дико встает, это жопа помню. Я сейчас больше всего волнуюсь за время, которое запись идет, потому что может все херново кончится, что запись можно потерять и так далее. Тогда давайте в следующий час прям все это разбираем, оставляем патрончики, все как надо, и возвращаемся спокойно назад, без всякой кошмара. Так, другой день, идем уже рядом. Сколько я с собой таскаю? 56 килограмм, хренен. Я бы такой точно не боялся. То есть это получается примерно. Допустим, человек весит 50 килограмм, и он же несет еще на себе свой же собственный вес. У тебя ты сам в себя подгнал. Столько же, сколько ты весишь. Это прям, да, конечно, лютая херня. Капец, как тебе... Это ночь, я понимаю. 22.58, мне плохо. Встает пипецкой. Все, пускай отдохнет. Капец, у нас всего до хера. Продать можно много чего, но... Скорее всего, не все может отойти в сторонку. Обидно. Артефакты, скорее всего, сейчас будем подавать. Лучше не нужно будет. Так, чувак, чучки. Здесь все прям. Капец, тут звезд. Командир. 34 человека. Охереть. Здравствуйте, пацаны. Вот мне дверь. Здравствуй, сталкер. Супер. Ну, здорово. Каким? Так. Музыка стесняет всех. Больше всех зарабатывает быстро сталкер. С ним торговаться нет, что типа... 1600. Тебе сотрет 200. Ага. Вот кому-то из них... Найдешь артефакты, заглядывай, посмотрим. Я точно помню. Но кому? Не могу вспомнить.
этот Старыганский. Все, ребята, я думаю, на этом все. В следующей серии мы разбираем вот это вот все, что у меня вот здесь находится. Что-то летит на мусор, что-то на продажу. Вот это будет реально интересно. Все. До новых встреч. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.